Еще раз поприветствуем игроков 26-й битвы 1 на 1. Это Софья Чудина, Полина Попова и Элина Меркулова. Все девочки – ученицы 4 класса. Набрав большее количество баллов в ходе индивидуальных игр, в финал вышли Софья Чудина и Элина Меркулова. Встречаем, болеем, поддерживаем! Софья и Элина, мы рады приветствовать вас в финальной битве 1 на 1. Желаем вам удачи и надеемся, что ваши улыбки сегодня не будут сходить с уст до конца программы. Договорились? В своих индивидуальных играх вы имели опрометчивость показать себя достаточно сильными игроками, поэтому в финальной битве мы решили задание немножко усложнить, но с одной лишь целью, чтобы вам самим было интересно играть. Ну что ж, 5-секундная готовность, и мы начинаем финал. Первая тема финальных вопросов на засыпку вам понравится, вы ее оцените. Называется она «Великолепная Барби». У кого есть кукла Барби или была? Играли в садике или сейчас тоже так поигрываете иногда? Сейчас иногда тоже. Иногда поигрываете. Но тогда вы прекрасно знаете Барби, видели ее и, надеюсь, справитесь с этими вопросами. Но сразу хочу вас предупредить, что у нас будут совсем не детские вопросы, а любимой детской игрушки. Начнем мы с Софьи. Софья, ты у нас в этой тройке игроков лидер по количеству баллов. С тебя и с первой спрос. Слушай внимательно вопрос про Барби. У Барби, как и у всякой красотки, есть недоброжелатели. В чем они обвиняют ее производителей? В дороговизне куклы, в создании нежизненного идеала красоты, в неправильных пропорциях и неверных моральных установках или в том, что кукла не экологична? Вот у Барби есть противники, которые обвиняют создателей в чем-то. То, что неправильные пропорции. Неправильные пропорции и неверные моральные установки. Твой ответ. То есть видишь, какие у нас серьезные вопросы про куклу Барби. Элина, ты бы в чем обвинила куклу Барби? Вернее, ее создателей. Ну, наверное, в том, что она дорогая. Дорогая. Хочется, чтобы кукла была доступна каждой девочке в каждом уголке мира. Да, понимаю. Девчонки, давайте послушаем правильный ответ. Все волнуются, сами все переживаем. Вы создаете нежизненный идеал красоты, и девочки стремятся к нему. Вы ломаете им жизни, упрекают создатели куклы ее противники. Элина, твой вопрос про куклу Барби. Как в США увековечили Барби? Поставили ей памятник, создали ей звезду на Аллее звезд в Голливуде, внесли в Книгу рекордов Гиннесса, заключили в американскую капсулу времени. Чего достойна кукла Барби? Памятника, Книги рекордов Гиннесса, там, я не знаю, звезды на Аллее звезд в Голливуде, либо в какую-то капсулу времени ее заключили. Наверное, звезда. Звезда. Да. На Аллее звезд в Голливуде. Она все-таки звезда, хоть кукла, но звезда. Софья, ты бы как увековечила Барби? Ну, я думаю, что капсула времени. Капсула времени. Готовы послушать правильный ответ? В 1976 году, во время празднования 200-летия независимости США, кукла Барби попала в число предметов, которые заключили в американскую капсулу времени. Барби была признана символом эпохи и самой знаменитой куклой в мире. Вскрыть капсулу с Барби, декларацией о независимости и национальными реликвиями потомки американцев смогут лишь в 2176 году. Наша следующая тема – крылатые лошадки. Мы с вами будем угадывать крылатые выражения, известные в народе. А помогать нам будет семейство лошадиных. Софья, слушай свой вопрос. Как говорят о человеке, чьи качества, возможности, намерения не ясны, неизвестны? Он сивый мерин, старая кляча, темная лошадка, неповоротливая кобыла. Мне кажется, темная лошадка. Темная лошадка. Ты как бы назвала такого человека, которому ничего не известно? Ну, тоже, по-моему, темная лошадка. Темная лошадка? Конечно, он темная лошадка. Человек-загадка. Правильно. Элина, у тебя все шансы ей заработать тоже 2 балла. Слушай свой вопрос, Элина. Какой термин для наших предков означал «потерять в бою коня»? А для нас он сейчас означает «растеряться от неожиданности», «ошеломить», «опешить», «опростоволоситься», «ополоумить». Вот у предков это было у наших потерять в бою коня, а для нас растеряться от неожиданности.
Выбирай, ошеломить, опешить, опростоволоситься, ополоумить. Наверное, ополоумить. Ополоумить, растеряться от неожиданности, да? Ну, Софья, тебе тоже предстоит выбор делать. Мне кажется, опростоволосить. Опростоволоситься. Потерять в бою коня. То есть ходить пешком, опешить. И растеряться от неожиданности – это тоже опешить. Не знать, что делать, встать в тупик, потерять почву под ногами, не знать, как быть. Девочки, ну а сейчас у нас начинается очень интересная игра, которая называется «Литературный перевод». На самом деле задание непростое. Нужно будет приложить усилия, подумать и постараться справиться. Для начала мы с вами потренируемся. Вам нужно будет угадать строчку из известной песни или известного-известного стихотворения. Я буду вам намекать простыми прозаическими словами какими-то, путать вас где-то буду. Мы сейчас с вами потренируемся. Вот представьте себе, я вам говорю. В зарослях невысоких растений расположилось зеленое насекомое. Про кого это? Какая это песня или какой стих? Подсказываю, как рассуждать. В зарослях невысоких растений расположилось зеленое насекомое. Какое у нас есть зеленое насекомое, которое удостоилось чего-то? Может быть, песенки какой-то, может быть, стиха. Какие вообще есть зеленые насекомые? Давайте перечислять. Гусеница. Гусеница еще. Кузнечик. Кузнечик. Так. Про кузнечика есть какие-нибудь стихи, песни? Песни. Какая? Так, а теперь прикидывайте вот на этот. В зарослях невысоких растений. Можно траву назвать зарослями невысоких растений? Можно. Расположился, то есть сидел кузнечик. Сейчас вы угадали, тут только нужно думать. То есть в зарослях невысоких растений расположилось зеленое насекомое. Подумали и поняли, что это в траве сидел кузнечик. Пробуем еще, это просто тренируемся. Старушка имела животное булыжного цвета с рогами. Пока нет никаких вариантов, давайте сообща думать. Вы сейчас можете думать вместе. Какое это животное с рогами? Какие у нас есть животные с рогами? Олень. Кто? Олень. Еще. Лось. Булыжный цвет это какой? Ну, серый. Вот какое-то серое рогатое животное. А про него еще какая-то песня должна быть известная. Козлик. Так, ну-ка. Как? Вспоминай про козлика, что было. Старушка имела животное булыжного цвета с рогами. Это значит, жил-был у бабушки козлик. Серенький козлик. Да, непростое будет задание. Еще потренируемся или будете сами уже отгадывать свои задачки? Еще. Ну давайте, вместе рассуждать. Тоже будет сложно. Давайте создадим такую маленькую команду знатоков. Это не на баллы, это сами вместе. Компания молодых особ занималась рукоделием после захода солнца у отверстия со стеклом. Вообще ничего не понятно. Но давайте будем думать. Как вы думаете, что можно заменить каким одним словом? Отверстие со стеклом. Что это такое? Окно. Молодцы, правильно мыслите, тепло. Вот какая-то компания молодых особ занималась рукоделием после захода солнца. После захода солнца это, скорее всего, когда? Вечером. Вечером. Вот у нас уже есть вечер. Окно. Так, осмелее. Три девицы вечерком. Да. Молодцы, умнички, все сходится. Три девицы мы заменили компания молодых особ. Так? Занимались рукоделием, они пряли. Поздно вечерком мы назвали это после захода солнца. Ну, а окно вообще отверстием назвали со стеклом. Понятна задача? Да. Будет непросто, но вы же не будете сдаваться, правда? Послушайте внимательно. У вас будет 30 секунд. Вы сейчас откроете свои планшетики, будете работать. Правильный ответ принесет вам 3 балла. В случае, если вы не угадали, а соперник ваш угадал это слово, он получает не один бонусный балл, а целых 2. Пожалуйста, начинайте. Думайте, сразу цепляйтесь за какое-то одно слово. Ну что, девчонки, давайте, наверное, будем пробовать. Время уже подошло. Что получилось? Неважно. Я сразу говорю, это задание очень сложное. Но мы так специально вот решили вас немножко потренировать. Так, ну что, Соня, давай начнем с тебя. Будем разбираться с твоим литературным переводом.
Значит, у тебя, проверяй, такая тема. На плантации зеленых насаждений появилось новое чудо, пригодное для встречи Нового года. Какую же известную строчку нам запутали таким образом? Мне кажется, в лесу родилась елочка. Обоснуй. Лес можно назвать плантацией зеленых насаждений? Да. Согласна. Родилась? Появилась. Да. Согласна. Можно елочку назвать маленьким чудом? Да. Можно. Справилась с заданием. Молодец. Ирина, давай будем разбираться с тобой. Сама прочитаешь? Женщина пожилого возраста была владелицей пары жизнерадостных птичек. Есть варианты? Да. Ну-ка давай озвучивай. Ну, наверное, бабушка, ну, там уже здесь так. Женщина пожилого возраста, бабушка была, ну, как хозяйкой так. Двух... Каких-то веселых птичек. Да. Ну, а строчечка-то у тебя есть про веселых птичек? Подожди, подожди, ну давай дадим ей шанс еще. Какая у нас, какие у нас веселые птички-то? Воробьи. А еще последний шанс. Попугайные. Ты все очень правильно, ты очень близко, ты уж горячо, горячо. Бабушка, и у нее веселые птички. Кто? Кур. Нет, цыплят. Вообще тепло, жарко, жарко, жарко. Давай считаем до трех, ты называешь. Раз, два, три. Цыплят. Очень тепло. Не будем больше мучить. Соня. Жили у бабуси два веселых гуся. Согласна, что рядышком. Зато как было интересно, вы думали, у вас глазки горели. А нам пора подводить первые итоги. В вопросах на засыпку вместе с бонусами Соня набрала 8 баллов. Ирине нужно собраться и ни в коем случае не сдаваться. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. С помощью этого выражения что легко сделать? Цвета радуги запомнить. Вот тебе и выбирать любимый цвет радуги. Фиолетовый. Сегодня в цветных вопросах у нас не привычный кроссворд, а просто обычное задание. Слушай, какое. Узнай литературного героя по описанию или по событию, которое случилось в его жизни. Как рассказывал сам этот герой, он сумел вытащить себя из болота за косичку от парика. Летал на пушечном ядре, вывернул наизнанку злого волка и застрелил бешеную шубу. Кто же это такой герой? Ты представляешь, что наворотил? И за косичку себя вытащил из болота. Ну, похоже на Пеппи Длинный Чулок. Ну, давай мы тебе еще 5 секунд подумать дадим. Давай я еще раз прочитаю. Он сумел вытащить себя из болота за косичку от парика. Летал на пушечном ядре. Вывернул наизнанку злого волка и застрелил бешеную шубу. Кто так мог поступить? Пеппи Длинный Чулок. Кто такие басни мог про себя насочинять, Софья? Барон Мюнхгаузен. Ну, конечно, он. Соня, выбирай свой цвет. Зеленый. Зеленый. Героиня этой английской книжки побежала за белым кроликом, но потом провалилась в глубокий колодец и оказалась в необычной стране. Алиса. Она самая, девчонки, она самая. Давайте вы улыбнетесь, и мы будем подводить итоги. Прибавляем результаты цветного раунда и поздравляем Софью Чудину с победой в интеллектуальной игре «Один на один». Соня получает денежный приз в размере 1000 рублей, а Элина будет изучать историю нашего города на диске «Рассказы окно в прошлое». И мы приглашаем Элину принять участие в наших следующих битвах. Бурные аплодисменты и салюты девочкам! Приглашаем самых смелых, начитанных, эрудированных принять участие в игре «Один на один». Заявки подаются на нашем сайте в интернете в письме телевизору. Коротко в произвольной форме напишите несколько слов о себе. Главное, укажите, в каком классе учитесь, и оставьте контактный телефон. Также записаться можно, позвонив по телефону 22 542. Дерзайте, а мы ждем вас в игре.